Мы думаем, что поправки носят в основном социальный характер. Они направлены на улучшение жизни наших граждан. МРОТ будет приравнен в среднем по Российской Федерации потребительской корзине. И если вы помните, мы уже лет, наверное, 15-20 этого добивались. Мы в Конституции хотим записать и одобряем, чтобы индексация пособий была постоянная, но и индексация наших пенсий. Я думаю, что это плод труда всех наших избирателей Чувашской Республики. И сегодня вот поддержка на данной сессии говорит о том, что в основном эти требования действительно будут направлены на поддержку материнства, детства, образования, медицины, старшее поколение.